Туман безопасности. Такое загадочное название носит одна из новейших разработок, представленных на международной выставке «Интерполитех» в Москве. Этот форум уже не первый год собирает разработчиков и изготовителей оборудования и технологий в сфере охраны имущества, жизни и здоровья граждан. Вместе с руководителями наиболее заинтересованных министерств, одними из первых, с экспонатами ознакомился и наш корреспондент Кирилл Алексеев. 17-ю международную выставку «Интерполитех» открыли руководители сразу двух ведомств – МВД и МЧС. Перерезать красную ленточку российским министрам помогал их французский коллега. При этом все отметили масштаб и важность данного форума. Впервые на выставке показан практически полный спектр технических средств, оборудования и системных моделей для обеспечения общественного порядка и безопасности в период проведения крупных международных соревнований. Вообще выставка богата на уникальные разработки. Десятки компаний, которые тесно сотрудничают с силовиками, на деле доказали, что в области безопасности Россия по-прежнему находится на лидирующих позициях. Это ноу-хау в охранной системе. Комплекс называется «Туман безопасности», устанавливается в незащищенных помещениях и позволяет предотвратить преступления. В данном случае невидимым тоже оборудован обычный банкомат. И если я попытаюсь его вскрыть или похитить, меня ждет тройная атака. Подобные эффектные и эффективные разработки правоохранители возьмут на вооружение уже в ближайшее время. За первые часы работы «Интерполитеха» гости выставки договорились о поставке целого ряда уникальных новинок. Кирилл Алексеев, Сергей Лаврушин, Ренат Сейфуллин, Евгений Стриха. Место происшествия.